В Москве задержан 23-летний Корней Макаров, сын актера Сергея Макарова, который подозревается в убийстве 29-летнего блогера Станислава Домкина. По некоторым данным, Макаров сам решил сдаться полиции. Напомню, трагедия произошла в парке Горького и попала на камеры наблюдения. На кадрах видно, как молодые люди выясняют отношения. И ссора перерастает в драку. После очередного удара один из участников перепалки падает на землю. С черепно-мозговой травмой Станислава Домкина доставили в больницу, где он спустя неделю скончался.